Добрый вечер, ребята. Мы вернулись в Stonepool. Открыли новую часть. Пираты. Тут все про пиратов. Елена не хочет ко мне прижить. Легла там так далеко и лежит такая девочка моя. Ну ладно, будешь говорить, от тебя слышно, думаешь, так далеко? Почесала голову такая, подумала. Ну вот, не знаю. Хитрюга маленькая. Так, открыли часть пиратов. А с какого левела нам следующий открывается? Следующий у нас будет Water Kingdom, да. Water Kingdom. 46-й левел. Ну, в принципе, не так далеко. 15 левелов, да? Да. Это много. Ой, этот мне не понравился, да? Мы тут пробовали один раз. С Ириной разругались уже. Тут надо на время. И это, наверное, самая большая беда, что надо на время. Потому что иногда не совсем так и получается, как хотелось бы. Если вам не получается, просто напишите. Вот, смотри, как мне не получается совсем. О, бутылку поставили? Да, забыли у бассейна бутылочку, да, кто-то? Да, наверное, выходили, хотя бы пить. Ну да. Из бассейна же воду не будешь пить, да? Ну фу. Это там нехорошая вода. Ну да. С хлоркой, да? И с всякими другими добавками. Стрелять, значит, ребята, можно сколько хочешь. Но единственное, что надо вовремя успеть забить 20 мячов. 20. И мне не очень это удается, как вы видите. То, что неудобно, когда они попадаются вот так сзади как-то. И очки оставили. И очки даже ставили, да? Все забывает. Вот все прям забывает у бассейна. Ужас. Теряйте. Да. Если вот как кто. Давай, Джинджи, поворачивайся. Так, 16 у нас есть, уже 16. И совсем мало времени есть. Да, мало. Очень. 26. Ты подсказывай, сколько времени, 23, да? 22. Ну, можно не так уже подсказывать. 20. А то я начинаю нервничать, когда ты так подсказываешь прям 16. Близко. Ай, пэточка. Илин. Ну, успеем? Последний. Есть! Мы это сделали. И 8 секунд осталось. Реально. 8 секунд осталось. Это что-то прям, я не знаю. Вот это был левел. Вот это был левел. И ты, мама, справилась. Я не знаю как, но да. На удивление справилась. Хорошо, мы обратно перешли туда. Да. И не обучайте времени. Ой, единорожки, единорожки. Ах, да, сейчас попробуем единорожку. Да. Ой. Так, ну так. Вау, единороги. Так, я вообще не понимаю, кто теперь. Так, это Бен и два Бена. Они превратились обратно уже. Это на время только, да, они превращаются так. Ясно, чтобы тебе типа интереснее было так играть. Ясно. Надо всех сюда загонять. Да. У нас только один. Так. Ой. Не смогли. Так, почему ты мне не подсказала? Что? Эй, мадам. Засмотрелись, заболтались. Да. Засмотрелись на единорога, да? Не бывает и так, да. Так, как бы нам выгоднее подстрелять кого-то? Наверное, Джинджи. Я Джинджи. Давай, чуть-чуть не дотянула Джинджи. Так. Так, Беннич. Ай, Беннич порезался. Ах, нет. Ой. Опять сейчас не выиграем. 6. Да. 4. Ага.
хорошо. Думаешь? Два. О, нет. Я думаю, что получится на этот раз. Да, есть. Отлично. Получилось. Не люблю, когда вот эта штучка, которая режет, у меня не всегда получается с ней. Отлично. О, подожди. А, ладно. Там нам что-то дали. Что-то интересное. 14 ходов. 14. Да. 30. Ой. Что 30? Да какой ходов? 11. Уже 11? Да. 10. А эти буйки вообще мешают сильно. Ну уже хардер. Ну да, с каждым левелом уже хардер. Да. Как-то мне это не совсем нравится. О, ракеты. Ой, а, это так было, да? Я думала, что ты за ракету такая? Один заяц, ты вообще не туда летишь. Джинджич. Мистер Джинджич. Так, ну я думаю, что нам получится. О, отлично, смотри, аж не надо было все потратить. Так, неплохо. Так. Нам что-то там дали, я так посмотрела. Во! Ну хорошо, да. Окей, а чего? Не знаю, не поняла, что он хотел. Ясно. О, опять два... О, три бассейна. О, боже ты мой. Как же мы так? Ясно. 21 ходов. 21 ход, да? Ясно. Теперь 20... О. 18. Отлично. Да, 17 ходов. 16, 15. Да. 14, 13. 11. Что ты там считаешь вообще? Ну, сейчас, да. Сейчас уже 11, конечно. Мы не успеем, там только 11. Нам еще один бассейн надо сделать. По-моему, не успеем. Один? Что один? Один. 7 ходов на этот бассейн. Я думаю, что мы не сделаем это. Да, я тоже думаю, что мы это сделаем. Я думаю, что нет. Я думаю, что да. Думаешь? Да. Как-то мне кажется, что не очень. Я думаю, что да. 4 хода. Да. Нам получится? Как думаешь? Да. 3. Только главное, не надо... Все, последний. Мы это сделали? Да. Ура! У нас даже осталось 2 хода, по-моему, да? Да. Отлично. Да. Все хорошо. Хорошо, неплохо справляемся. Угу. Да? Я что-то тут засмотрелась. Тут опять на время. Ой. Я не люблю на время. Еще этот футбол я тоже не люблю. Ну тут ладно, тут еще так. Тут две стороны и надо 8 мячиков только забить. Что это не так страшно, как 20. Это было за много. Да. За то время, что у нас было. Да. Блин. Ой. Ужас. Ой. Что-то я опять не успею, наверное. Забить. Еще 2 надо забить. И времени вообще нету. Всё, не хватило времени. Ну, я же говорю, не люблю я этот футбол. Не обижайтесь, ребята. Это же ничего страшного, да? Ну да, ну что поделать, надо квест Абандан делать. Ну, ничего страшного, что не получилось, да? Нам где обижать? Так, ну попробуем еще один раз.
Один раз попробуем еще этот футбол. А уже тут уже везде поле футбола. Да. Бассейн и футбол. Возьмем футбол, это точно. Ой. Для меня. Да. Ну вот. У меня только футбол чуть-чуть. Ага. А, сейчас Бен играет. В прошлый раз Хэнк играл. Сейчас Бен. Если никто не играет в волейбол, я тоже играю. Да? В волейбол? Если вы знаете, о! Смотри, даже получилось прям. Если вы знаете, как играть в волейбол, тогда напишите как. Да? А то я тоже да, подскажите Лине, да. Как надо. Да, я тоже как? Не знаю. Ну? Она, бедный ребенок, в шоке. Я в шоке. Что это такая за игра? Ну, ужас, да? Я не понимаю. Что-то. Кошмар я прям. Я почему-то что-то не понимаю. Надо открыть кого-то, открыть Джинджа. Джинджа смешной. Джинджик? Какой смешной. Шапочки смешной. Джинджа смешной шапочки. Ой. Ехали в следующий бассейнчик. Как это? Тут надо через трубу перебираться. О. Оп. Лосики отдельные, трубы не были. Да, ходу у нас ходов маловато как-то. И не выйдет. Да, два хода не хватило. Ничего. В следующий раз обязательно продолжим. Итак, мы добрались до 36-го левела. У нас осталось 10 левелов до нашего замка. 10 уровней до замка. Да, и откроется прикольный, красивый, золотой замок. Да. Я бы на этой точке. Скаталась бы, да? Вот такое. Да, я тоже. Я бы так кричала. Так, руки вверх и поехала, да? Да. Конечно. Я бы точно на нашем. Так, ребятки. Ребятки, спасибо, что смотрели нас. Ставьте пишите лайки. Обязательно ставьте лайки. Пишите нам любые вопросы. Любые, все. Вот что придет в голову, пишите нам. Мы на все постараемся ответить. Любые вопросы про наши игры. Да. Подписывайтесь на наш канал. Советы, всем какие пока. Игры играть. Пока. Да. Всем пока-пока.